Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Евгений. Хотел бы вкратце вам сегодня рассказать про видовой состав, который у нас есть в Алтайском крае. Во-первых, присутствует марь белая, очень много ее, щирица, осоты. Также встречаются в очень большом количестве. И очень много у нас здесь венка полевого. Находится на полевом городе. У нас по двудольным сорнякам имеется очень хороший препарат, это камара. И все вот эти сорняки камара в дозировке 0,5 очень хорошо убирает. По этому году мы сработали на нашем полевом городе камара, и как вы убедились уже, можете поглядеть, что поля у нас все очень чистые. Камара себя по этому году показала очень хорошо, эффективно. Можно увидеть, как хорошо камара сработал. Бодяки, осоты находятся в угнетенном состоянии. Часть, которая вовремя была обработана, но небольшой сорнячок, он полностью высох. Это видно прямо на поле.